Симус, мне зазнарядил, он сказал ас. И это у нас, вы правильно поняли, Скарим. Загрузить игру нету, потому что это первая лицензия Скарима. Первая лицензия Скайрима. Я ее проходил давно, когда только-только она вышла. Как она только вышла в дисках. Пришел я в этот магазин. Покупал в дисках Bethesda Game Studios. Там были модификации? Я не помню. В самом начале. Может быть, там уже модификация вот эти вот. Значит, не сразу. Не сразу просто это. Вскоре. Да. Легендарная игра. Хочу я проходить. Хочу и все. Если что, потом можем перепройти с другими модификациями. Подожди, не спишь. Журнал задания показывает ваше задание. Выберите задание, нажмите Е, чтобы сделать ее активным. То есть добавить местоположение. Подожди. Настройки. Екран. Вибрация. Какой вибрация? Адепт. Кемпад. Подожди, какой? Экран. Яркость. Прицел. Субтитры. Ты чё? Общий субтитр. А, вообще, наверное, не надо. Аудио. Голос. Так, общий эффект поменьше. А, вот этот эффект. Шаги тут чуть-чуть поменьше тоже. Голоса побольше. Музыка. Можно чуть прибавить. А что вы хотели? Там не было настроек. Я не специально. Трава, прицел, бла-бла-бла. Стройки. Творение, не на творение мне ничего делать. Установленные, ох. Установлю редкости. Режим выживания. Режим выживания — ваш самый страшный противник. Это сам Скарим. Безжалостный ледяной пустошь, голод и усталость. Хватит ли вам сил справиться? Творение можно отключить в меню сроки игры. Рыбалка. Поверьте, это и соблазнение. В этом творении вы можете найти новое задание — подземелье. Два артефакта. Насколько... Несколько наборов оружия и брони, питомцев, которые можно взять с собой, алхимические ингредиенты, заклинания призыва и многое другое. Все это царство безумного бога Шаугарата. Дополнительный художник, дополнительный дизайнер, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Редкости. Хэтлайф, Драконборн. Ну все как, короче, положено. Ты нарушитель границы, так? Надо ж тебе было налететь прямо на имперскую засаду. Все, последний раз. Давай. Они и нас поймали, и ворюгу этого. Проклятые братья Бури! В Скайриме было тихо, пока вас сюда не принесло. И Империи ни до чего дела не было. Если бы они вас не искали, я бы сейчас украл вон ту лошадь и рванул в Хаммерфилд. Эй, ты! Нам с тобой здесь не место! Это за братьями Бури Империя охотится. Мы сейчас все братья и сестры по судьбе, ворюга. Ну, все заткнулись! А с ним-то что не то, а? Попридержи язык. Перед тобой Ульфрик Буревестник, истинный король Скайрима. Ульфрик? Ярл Виндхельма? Но ты же вожак восстания. Если тебя схватили... О, боги, куда нас везут? Я не знаю, куда нас везут, но... Сарнгард ждет. Нет, не может быть. Я сплю! Я сплю! Эй, Конокрад, а ты из какой деревни? Тебе-то что? Последние мысли Норда всегда должны быть о доме. Рорикстед! Я из Рорикстеда! Здравия желаю, генерал! Палач уже ждет! Хорошо.
хорошо. Покончим с этим. Шо? Мар, Дивелла, Кинарет, Акатош! Боги, пожалуйста, помогите мне! Смотри-ка, генерал Тулий, военный наместник. А с ним, похоже, талмарцы, проклятые эльфы. Наверняка это все они подстроили. Это Хелген. Был я как-то влюблен в одну девчонку из этих краев. Интересно, Виллот еще варит мед с можжевеловыми ягодами? Да, самое интересное. Когда я был мальцом, мне казалось, что нет ничего безопаснее имперских крепостей. Смешно. Папа, кто это такие? Куда они идут? Иди скорее в дом, малыш. Почему? Я хочу поглядеть на солдат. А ну домой, живо! Да, папа. Выводите их из повозки! Живее! Почему мы остановились? Мы еще не остановились. Приехали. Да не остановились, не мы. О! Пошли. Посчитался где-то. Будем заставлять богов дожидаться. Лучше подождем. Постойте, мы не повстанцы. Прими смерть с достоинством, вор. Скажи им правду, мы не с тобой, это ошибка. Когда вызовем, делайте шаг вперед. По одному. Ох, и любят имперцы все делать по списку. Ульфрик Буревестник, Ярл Виндхельма. Я горжусь тем, что служил тебе, Ярл Ульфрик. Ралов из Ривервуда. Локер из Рорикстеда. Лошадка обнимаю. Стой! Я вам не дам! Лучники! Кто еще хочет поспорить? Кто-то. Постойте-ка. Эй, ты! Шаг вперед! Сам-то эй, ты, по? А кто ты? А что лошадка тут делает? Так. Агронянин. Нет, не хочу. Бретонец. Кроме природного магического таланта, даже самые скромные из бретонцев могут похвастаться высокой сопротивляемостью магии. Они обладают способностью драконьей кожи, позволяет им поглощать заклинания. Высокий эльф. Нет, страшненький. Имперец. Не хочу из-за них быть. Давайте посмотрим. Жители Сиродил. Прирожденные дипломаты и торговцы. Они искусны в общении с оружием и магией. Везде, где можно найти золото, имперцы как-то умудряются найти чуть больше. Способность голос императора позволяет им успокаивать врагов. Гаджет тоже не хочу. Лесной эльф. Жители лесов западного Валенвуда, также известны как босс Меры. Лесные эльфы отличаются отличные воры и разведчики. Никто во всем там Риэле не сравнит с ним владение луком. Они обладают врожденной сопротивляемостью ядам и болезням. Также они могут подчинять своей воле животных, заставляя их сражаться на своей стороне. Норд. Жители Скарима — высокие светловолосые люди, сильные и выносливые. Норды знамениты воинскими талантами и слабой чувствительностью к холоду. Они могут использовать боевой клич, чтобы обратить противника без бегства. Орк. Орки — жители Ротгарианских гор и драконьего хвоста. Славятся своим кузнечным искусством, воины в орке, тяжелой броне — одни из лучших солдат в империи. А ярость берсерка делает их еще страшнее. Редгард. Лучшие воины Тамриэля. Редгарды Хаммерфелла отличаются крепким, сложным телосложением и врожденной сопротивленным ядом. Битва им помогает с особенным ярость боем. Темный эльф. Известен также Тонмеры в своей родной провинции Хорвина. Моровинт. Моровинт? Тебе даже вчерашний шторм не разбудил. Крепко ты спишь. Все. Имперец идет. Так, отличаются развитым... Так, Моровинт, темные, хорошие маги. Кроме того, они отличаются развитым навыком скрытности. Они обладают врожденной сопротивляемостью огню и могут использовать гнев предков, чтобы окружить... Давай это возьмем. Денег. Так. Ой, тема. Пол. Женщина.
Экипаж. Прикольно. Тон кожи. Я, конечно, за мага не хочу быть. Редгард. Темный эльф. Я либо за Редгарда хочу. О, как красавец. Давай за... За темного эльфа. Темный эльф вообще круто звучит. Орк. Орка не хочу. Норт не хочу. Норт был уже. Лесной эльф. Ну-ка. Это лук. Отличный вор. И разведчик. Каджет не хочу быть. Перец не хочу быть. Высокий эльф. Известно как... Самая магическая одаренная из всех рас. Не могу вызвать к своей высокообразованных. Повысить магию. Бретонец. Бретонец. Бретонец, кроме природной магии. Самый скромный. Самый скромный. Вот высокое сопротивление с магией. Нет, не хочу. Я еще как-нибудь. Что выбрать-то? Темный эльф. Они обладают определенной сопротивленностью огню и могут использовать гнев предков. Тема хорошей магии, кроме... А давай за темного эльфа, ну ладно. Вес. Самый ходящий аутон. Так пусть будет. Так, цвет лица. Грязь. Грязь не надо. Цвет грязи, шрамы. Мне шрамы не нужны. Боевая раскраска. Ё-моё. Какая была тут была? Цвет боевой раскраски. Желтого тюрьмана. Или черного. Любит тюрьмана. Носа. Ну что вы хотели? Надо сначала вот этот. О. Ну какой был? Что-то какой-то. Здесь еще самому можно сделать нос. Вот маленький. Высота носа нет. Ширина челюсти нормально. Высота, высота, блок, цвет, цвет лба. Да, цвет шеи. Глаза. Он глаз. Да, красные глаза, что там вообще ничего не видно. Огромный, по-моему. О, нормально, цвет глаз. Цвет глаз-то очень много, да? Один черный, что ли? Да, по-моему. А, черный вообще. А, это один черный. Но высота глаз не хочу я. Высота не высота брови. 24. Такие были еще. 2, 3, 4. Нормально. Это бровей, не надо мне высота. Форма губ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Такая была, да? 2, 3, 4. Нормально? Это прикольно тоже. Нет. 1, 2, 3, 4. Вот так, бла-бла-бла, цвет губ. Средний рост. Ага. Прическа. О, какая хорошая прическа. Ну, что хотите? Долго буду, да? Долго буду выбирать. Мне же потом с ней всю игру играть. Это прикольно. Цвет волос. Я черный не хочу. О, светленький быть будет. Готов. Так, а как ими поменять? Сам ты пленник. Ладно, закончить. И в рутиме. Когда? Я так делаю. О!
На всякий случай. Еще один беженец. Боги и правда отвернулись от вашего народа, темный эльф. Капитан. Хотя лошадь отвернулась. Ее в списке нет. Бездну список. Давай ее на плаху. Как прикажете, капитан. Мне очень жаль. Мы вернем твои останки в Моровинд. Иди за капитаном. Пошли, че. Лошадка. Ну а что поделать? Надо выбрать. Ульфрик Буревестник. Здесь, в Хелгене. Тебя кто-то зовет героем. Но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать трон. Вы начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. А теперь Империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир. Что это было? Ничего. Продолжай. Да, генерал Тулий. Подготовь их в последний путь. Ныне же вверяем мы души ваши Этериусу. И да прибудет... Во имя Талоса Могучего заткнись и давай к делу. Ибо вы, как скажете? Я так сказал. Я что, все утро ждать буду? Не торопись. Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши улыбаются вам? Слабость. Имперские ублюдки! По делам! Смерть братьям Бури! Жил без страха и умер без страха. Дальше, темный эльф! Да что меня-то сразу? Опять то же самое. Слышите? Следующий, говорю. Иди к плахе. Твоя очередь. Это что еще такое, Обливион, его побери? Часовые! Что вы видите? Там, за тучами! Дракон! Да, чё? Пошли с кем? Идём. А ты чё? Мы за тобой как только сможем. Что тут делать? Не выпускать его из виду. У нас руки все связаны. А, здесь никак не пройти. Ну вот смотри, как будто вот поле зрения какое-то может нарушено. Здорово. Вон здесь бежать могу. Лошадка бедная. Обнимала и перц. Так, тут еще можно было как-то включить. А, тут больше ничего нет. Ничего секретного. Да ладно тебе. А, я все равно ничего взять не могу.
давай быстрее. Вот молодец. Ты просто молодец. Иди назад. Еще дышишь, висельник? Держись рядом со мной, если хочешь жить. Иди нафиг. Бежим! Не факт, что шутки связаны. Умри, дракон! Гралов, проклятый предатель! С дороги! Мы бежим и сбежим, как? Тебе нас не остановить! Отлично! Надеюсь, дракон сверху сунуть карт заберет! Эй, ты! Быстро в крепость! Пленник, сюда! Идем! Будем избрать чем более с самого начала. Увидимся в Севенгарде, брат. Похоже, мы единственные, кому удалось спастись. Это был дракон, никаких сомнений. Прямо как в детских сказках и легендах. Драконы — предвестники конца времен. Надо уходить. Иди сюда. Посмотрим, не смогу ли я разрезать путы. О, ну пора. Ну вот. Можешь взять вещи Гуннера. Они ему больше не понадобятся. Так. Забыл, как смотреть, что. Надо экипировать. Это как выкинуть? Бросить. Хорошо. Надевай броню и опробуй топор. Поищу, как нам выбраться отсюда. Тут заперто. Сейчас гляну, что с тем входом. Я же оделся. На свободу. Оделся. Проклятие. С этой стороны не открыть. Ай, солдат! Прячемся. Мою речь. Открыть ворота. Да. Сразу меня. Опас магинась. Ладно, ничего страшного. Опасилный сяди. Давай, помогай! О, меч. Может, у кого-то из зельберт есть ключ? Может быть. Так, урон. Ключ? Проверь, не от этой ли он бери. А, подожди, надо что же сейчас смотреть же. Батьянин. Подожди, их броня же хорошая. Лучше. Лучше. Ну вот, какая разница, если мы пока не за кого, да? Смотреть. Ключ еще один. Сколько там вес? 300. Пенишка. Сразу разбогатеть-то. Во! Динг. Честь. Точно много книг. Можно еще задание набрать. Что там? Они взяли здесь броню. Забираемся. Какая разница, если все будет впереди, да ведь? Бежим. Проверь, не от этой ли он двери. Красавица вообще. Отлично. Жаль. Забрать. Пошли, подожди. Я себе пожрать возьму. Что? Стоимость.
проклятый дракон! Никак не уймется! Не нашли. Смерть империи! Красные предатели! На! А чё, как тебе так? Вот так вот. Пока, мину. Мясо. Так. Это хорошо. Ну, что-то мне тут не нравится, что это. И как будто вот близко очень. Или забрать все. Взять. У меня почти 300 килограмм. Уже. Мясо. Соль. Приправка. Готово. Подожди, готово. Систему еще раз посмотрю. Игра, скорость, камера. Не манч ли стоит? Или этот геймпад, да? Пауза, экран, предметы, права, прицел, продолжение, яркость персонажа, предметы, объекты, общие субтитры. Не нужна глубина резкости, пусть будет такой. Аудио, нет тут ничего. Как будто вот поле зрения такое меньше. Ох, скровяк, это хорошо, скровяк. Тролья кровь. Это комната пыток. Слышишь? Пошли. Так, свои? Нет. Че? Ярл. Был с вами? Нет, после того, как появился дракон, я его больше не видела. Погоди-ка. В этой клетке вроде что-то есть. Закрыто. Посмотри, не сможешь ли открыть отмычкой? Золото нам понадобится, когда выберемся. Здесь отмычки. Хватай все, что может пригодиться, и пошли. Так. Хорошо. Убираем. Мышку нашел. Прочесть. Часть первая. Маленький ножичек. А может маленькими музычками? Может это возьмем? А щит. Ух, ё, щит очень много весит. Щит. 12 килограмм. С брони. Я хочу... Давай было его возьмем. Так будет, стараться. Пыч! Хуя! Так. А знаешь, что ты, брат? Как первый день замужем. Тихо, ты чё? Я же новичок! Ты чё? Всё, перегруз! Вы не можете бежать! Надо выкинем нафиг. Кто может бежать? Я хочу два маленьких ножа взять. Куп-куп-куп-куп-куп-куп! Вот так вот делать. Так. Иногда вообще ничего не надо делать, видишь? Скелетик. Подожди. Построение. На всякий случай. Всяк бывает. О. Так, ничего нет? Нет. Ты. Маленький ножик. Что, отмычки будут всегда? Подожди, F5? Сохранение. Так, F5. А, управление. Сразу поменяем. А, все правильно. Все правильно. Ждать. Навыки. Так, надо все пооткрывать. Спасибо. Сюда. Нет, в другую сторону. Это все. Ну, взлом качается, отлично. Ура! Скелетик. Отлично. Как у нас сохранится? F5. Скелетик.
Против бури, против бури. Тишка. Тишка. Быстрее, шевелись. Я не знаю, что тупить. Просто шевели ногами. Да побыстрее. Да что ты говоришь, а что ты сзади там делаешь? Был приказ дождаться генерала Тулия. Я не хочу, чтобы дракон меня сожрал. Отходить надо. Дайте генералу хоть немного времени. Пленники убегают. Я ты гадина, ты чё отошёл, ты гадина? Мой! Подождите, мне лук нужен. Стрелы. Лук. Всё, у меня нет больше ничего этого. Давай с Лукас. Так. Тут как-то можно... Так, время рейнджа жмите, чтобы выбросить быстро время. Кью, да, говоришь? Ю и кинжалы. Кинжалы. F. Жкью. Ну вот, можно так вот сделать, представляешь? Я только недавно. Поэтому узнал. О, стрела. Где стрела? Стрела. Тихо, ты чё, свои? На! На! Ты чё так? Я не могу попасть вообще. Бери. Длинный лук. Стрела. Стрела, по-моему, тут ничего не весит. Просто шевели ногами. А, видишь, теперь нет этого. Субтитров. Летевай, что ли? Давай вообще субтитры пусть будут. Да побыстрее. Чунг. Идешь, нет? Посмотрим, куда ведет этот ход. Посмотрим. Это секретик. Я что поделать? Ты чё? А, здесь провалился. Вот как можно сюда попасть быстренько. Спасибо. Ты где? Ты дальше? Сюда. Бегу. Я уже устал бегать. Боже, на денежке. Тупик. Она у нас сюда, я? Что это прям? Тихонько. Хэдшот! Ещё один. Лок. Ну все, что ты уж, добей. Окей. Ну и вас, понимаешь? Понимаешь. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту. Понимаешь. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту. Понимаешь. Ту-ду-ту-ду-ду-ту-ду. Понимаешь. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Ну ладно, стрелок пусть там будет. Спонимаешь. Забираем тут скорее всего. Глава? Не, глава я не заберу. Нет. И так много места уже. Ой, манас. Пошли, бежим. Понимаешь. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Понимаешь. Светится. А что вы хотели? Ира, какого года-то? Я еще когда учился в школе, я в нее играл. Угу. Постой! Там медведица впереди, видишь? По мне, с ней лучше не связываться. Попробуем проскользнуть. Идем тихонько, осторожно, и смотри, куда ногу ставишь.
Если ты везунчик, можешь взять лук. Вдруг удастся подстрелить медведицу издалека. Зачем нужна эта скрытность, а? Не знаю. Медвежьи, нужно, нужно. Чего три? Три килограмма всего. А стоит дофига. Забираем. Тут, кстати, можно еще копать, как мы играем с киркой. Поехали. Ну, ничего нет. И, конечно, есть выход. Выход, 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 скрытный выход. Ладно. Хочешь, как хочешь. Это можно было забраться. И... Похоже, это выход. Я знал, что мы выберемся. Ура! Скорее! Я почти второй левел. Ура! Режим выживания появляется потребность в пище, сне и сохранении тепла. Также добавляются новые трудности, недоступность быстрого перемещения, уменьшение грузоподъемности и повышение уровня только во время сна. С раздела выживания вы можете помощи меню помощи включить режим выживания. Режим выживания включать или отключать в любой момент. Сколько? 150 всего? Ну вот, кажется, на сей раз он совсем улетел. Никак не выяснить, уцелел ли еще кто-нибудь. Но скоро тут будет не продохнуть от имперцев. Лучше убраться подальше. Да. Моя сестра Гердур держит лесопилку. Моя сестра Гердур держит лесопилку в Ривервуде. Дальше по дороге. Уверен, она тебе поможет. Думаю, нам нужно разделиться. Удачи тебе. Если бы не твоя помощь, я бы не выбрался. Думаю, нам нужно разделить. Подожди! Знаешь, тебе стоит пойти в Виндхельм и вступить Чего? В войну за свободу Скайрима. Сегодня мы все увидели истинное лицо Империи. Почему? Если кто-то и знает, что значит появление дракона, то это Ульфрик. Почему нас хотели казнить? Ты что, правда не знаешь? Нет. С нами был сам Ульфрик Буревестник. Угу, и чё? А, точно, Ульфрик Буревестник. Я не в курсе, если не забыть. Тебя же вроде поймали при попытке перейти границу. Угу. Но я все равно не верю, что ты не знаешь об Ульфрике. Угу. Он наш вождь. Предводитель братьев Бури. Угу. Такие братья Бури? Наверняка даже все родили. Люди слыхали о войне в Скайриме. Эй, нет. Норды устали проливать кровь в войнах Империи и платить налоги, разжирев. Вы проголодались. Вы чувствуете, что пустошили на вас загрался аппетит. Голод вы проголодались, все ваш общий запас сил уменьшился. Это отображается как темный участок на индикаторе. Запас сил. От голода вы менее эффективно атакуете своим оружием. Поешьте, чтобы утолить голод. Как правило, приготовленная пища гораздо лучше утоляет голод, чем сырая. Поедание сырого мяса может вызвать пищевое отравление. Усталость, вы устали, и ваш общий запас магии уменьшился. Это изображено как темный участок на индикаторе. Магия вдобавок усталость замедляет восстановление магии и запас сил, а также снижает эффективность зелий. Чтобы избавиться от усталости, поспите в кровати. Сон под крышей позволяет отдохнуть гораздо лучше, чем на открытом воздухе. Ульфрик наш истинный верховный король. Угу. Он воюет, чтобы изгнать империю из Скайрима раз и навсегда. Как попали в плен в конверте? Я был в личной охране Ульфрика. Мы были в Истмарке и направлялись к Черному Броду. Имперцы нас ждали. Лучшая засада, какую я только видел. Их было больше раз в пять. Ульфрик приказал нам сложить оружие. Думаю, не хотел, чтобы мы погибали зря. Я думал, они поведут нас на юг, в Сирадил. Проведут перед Императором. Но мы остановились в Хелгине. А остальное ты знаешь. Так, ты правда думаешь, что мне стоит присоединиться? Да.
Не обязательно быть нордом, чтобы драться за свободу Скайрима. Давай. Тебе стоит пойти со мной в Виндхельм и вступить в войну за свободу Скайрима. Сегодня мы все видели истинное лицо Империи. Если кто-то и знает, что значит появление дракона, то это Ульфрик. Думаешь, Ульфрик знает, откуда появился дракон? Ты меня практически не убедил. Возможно, я пойду в Виндхельм. Мне нужно подумать. Ты думаешь, дракон? Нет. Драконов в Скайриме не видели уже много веков. Но откуда бы ни взялся этот дракон, Ульфрик все выяснит. Это уж точно. К тому же у тебя теперь собственные счеты с Империей. И с этим драконом. Я практически убедил. Надеюсь, что так. Скайриму нужны такие, как ты, чтобы бороться Зунчики. За свободу. Давай, нам пора идти. Ну давай. Мне не по себе. Дракон прилетел, спас. Даже Ульфрик вряд ли смог бы вытащить дракона из рукава. Повезло нам, что он напал именно в этот миг, а? Ох, и не хотелось мне бриться у имперского палача. Как псинец. Столица Ульфрика, Виндхельм, на северо-восток отсюда. Найди там человека по имени Галмар Каменный Кулак. Он правая рука Ульфрика. Он занимается новыми рекрутами. Окей. Я замолвлю за тебя словечко, если доберусь в Виндхельм раньше тебя. Окей. Давай поторопимся. Я не хочу напороться на имперцев, которые... 50. Вино? Вы пригружены, да, с нами? Пишу себя лучше с первого удовлетворения. Сарай. У вас пищевое отравление. Так, ну да, 150. Не густо. Ты знаешь, что случилось в Хелгене? Да. Нам нужно лошадь купить. Чего? А, осталось все-таки есть еще. Ладно, не будем мучить себя и тебя, и меня, и вас, и для вас, и почему-то, потому что... 4. Меч. Меч. Давно какой-то. Так, кинжал. Тут кинжал. Тут урон 5. Тут урон 4. Давайте выкинем. Ага. Зелье. Зелье, конечно, очень много занимает, гады. Зелье. Вы уже знаете, 46. Ну, это хорошо так стоит. Вообще ничего не весит. Так, уголь. Нафиг мне уголь нужен. Пища, одежда. Стоимость, тепло. Ё-моё, теперь тепло теперь есть. Ё-моё, тепло. Подожди. Так, это нужно. Кушон пыточных не надо. 25. 53. Сапоги. Лучше, чем перские, что ли? А, по теплу, да. По теплу, да. 125 не хочу. Блин, немножко. Топор. Что за меч? Ё-моё, что так много весит-то? Оружие. Мечи-то мне нужны. Будет сложнее, чем я думал. Давай. Сотка. О, все, могу бегать. Поверить не могу. Настоящий живой дракон. Твой дракон. Да? Не потому, что можешь поверить. Знаешь, тебе стоит пойти в Виндхельм и вступить в войну за свободу Скайрима. Да, ты уже говорил. Все увидели истинное лицо Империи.
Если кто-то и знает, что значит появление дракона, то это Ульфрик. А ты уже говорил. Новые песенки завезли. Ты идешь? Видишь вон те развалины? Это ветреный пик. Никогда не мог понять, вот как так. Сестра живет в таком месте. Наверное, ко всему человек привыкает. Все развалины. Я вот нашел на F. Ура. Это камни-хранители. 3 из 12 древних стоящих камней, что есть в Скайриме. Иди вперед, посмотри. Блять. Воин, это хорошо. Твои звезды проведут тебя по пути чести и славы. Тут, посмотрите, усталость как накапливается. Удушение все. Активная усталость. Усушение. Общая магия уменьшена. Магия запаса устанавливается на 25 медленнее. Эффективный полезных усилий снижена на 20%. Усталость к спасению к усталости. И магия. Побежали вместе, побежали. Видишь? Не забудь, на этих землях братья Бури власти не имеют. Если вести из Хелгена сюда еще не дошли, нас никто не тронет. Только глупостей не надо делать. Если вдруг наткнемся на имперцев, говорить буду я. Идет? Окей. О, окей. Я не попал ни по кому. Ну а тебе. А! Как нам сунешься, еще отпинаем. Волки позорные. Хорошо, что ты со мной. Мы уже почти дошли до Ривервуда. Лиса. А чё этот желтенький кругляшочек ушел? Он был сверху. От комп... ну, справа компас. Ривер. Мне нужна лошадка. Похоже, никто не знает, что произошло. Пошли. Гердур сейчас, скорее всего, на лесопилке. Ты плохо себя чувствуешь? Почему? Вы, кажется, болтали со Свеном, я прав? А, впрочем, неважно. Но на твоем месте я бы держался от него подальше. Я ни с кем, не болтал. Герду! Братишка, Мара милосердная, как же я рада тебя видеть. Но разве тут для тебя не опасно? Говорят, что Ульфрика схватили. Герду, со мной все в порядке. По крайней мере, тебе. Ты ранен? Что стряслось? А это кто? Из ваших? Она мой друг. Хотя пока и не из наших. Она мне жизнь спасла. Где здесь можно спокойно поговорить? Неизвестно, когда до имперцев дойдут вести из Хелгена. Из Хелгена? Там что-то случилось? Ты прав. Пойдем со мной. Вот, поди-ка сюда на минутку. Мне нужна твоя помощь. В чем дело, женщина? Свен опять пьяный на работу пришел. Вот, просто подойди сюда. Ралов, что ты тут делаешь? А, сейчас спущусь. Болтает. Дядя Рава, а топор дашь посмотреть? Сколько ты
ты правда за руку здоровался с... Прикомбуревестником. Фроднер, сейчас не до игр. Иди и последи за южной дорогой. Если увидишь имперских солдат, прибеги и скажи нам. Ну, мама, я хочу остаться и послушать дядю Ралофа. Посмотри-ка, уже взрослый почти. Скоро и сам сможешь сражаться. Правда, не бойся, дядя Ралов. Я посторожу, чтобы солдаты к тебе не подкрали. Ну, Ралов, в чем дело? Вид у вас обоих довольно потрепанный. Я не помню, когда в последний раз спал. С чего начать? Короче, насчет Ульфрика это правда. Имперцы подстерегли нас у черного брода. Они точно знали, где мы. Кто же выдал? Это было... Ну да, 2 дня назад. Утром нас привели в Хелген, и я уже думал, все кончено. Выстроили нас перед палачом и приготовились рубить головы. Вот трусы. Они не посмели привести Ульфрика на честный суд. Еще бы, судить за измену того, кто сражался за свой народ. Тогда весь Скайрим узнал бы правду. Но потом, откуда ни возьмись, налетел дракон. Что? Настоящий? Мне самому трудно поверить. А я-то своими глазами все видел. Самое удивительное, не будь дракона, нас бы уже не было в живых. В суматохе нам удалось удрать. Мы что, первые, кто добрался до Ривервуда? Насколько я знаю, по южной дороге никто больше не проходил. Хорошо. Тогда, возможно, мы на время задержимся. Мне очень не хочется подвергать опасности твою семью, Гердур, но... Глупости. Живите у меня сколько потребуется. С имперцами я разберусь. Друг Ралофа – мой друг. Вот ключ от дома. Живи столько, сколько захочешь. Если будет что-то нужно, просто дай мне знать. Творная говядина. Отмычка, конечно, нужна. Но раз ты хочешь дать, почему бы и нет? Все хорошо. Ты можешь мне помочь. Всем нам. Как? Надо сообщить Ярлу, что в округе объявился дракон. Ривервуд беззащитен. Нужно сообщить Ярлу Балгруфу в Вайтран, чтобы он прислал солдат. Если ты мне поможешь, я буду у тебя в долгу. Хорошо. Спасибо, сестренка. Я знал, что мы можем на тебя положиться. Мне надо возвращаться к работе, пока меня не хватились, но... Кто-нибудь еще спасся? Ульфрик, он не... Не волнуйся. Я уверен, что он уцелел. Разве какому-то там дракону под силу остановить Ульфрика-буревестника? Я впущу их в дом, покажу там, где что лежит и все такое. То есть допьешь с ними всю нашу медовуху. Удачи, братик. Еще увидимся. За меня не беспокойся. Я умею быть незаметным. Заметили уж тебе. Быть незаметным. Идем. Я тебе говорил, что моя сестра нам поможет? Да, говорил. У вас развивался аппетит. Опять что? Этот... Жрать хочешь? Ничего не было. Жрать хочешь? А жрать-то нечего. Надеюсь, увидимся в Винхельме. Удачи! Или тут сыт еще кто-то что-то дает? Скорее всего, да. Есть что-нибудь? Пусто. Есть что-нибудь? Пачка. Взять. И все. Пища. Все. Я твой дом, я знаю. Жинг. Жинг. Не надо тупить, ты чё? Тупить. То ли электричества не хватает, то ли чё-то. Собираешься устраивать неприятности? Чем могу тебе помочь?
Я знаю, что можно приготовить. Отравленное зеленое яблоко. Аронии. Зачем мне травлено? Зачем мне отравлять что-нибудь? Жареная рыбка. Куриное яичко. Сорочек. И пригруженный бочек, и не можешь убежать. Вы насытились. А, вот, ну да. Надеюсь, увидимся в Винхельме. Здорово. Удачи. Так, ну это их, наверное, кровать. А у нас тут только две кровати. Я вот это занял. Вы не можете спать, если вас... Если вас попросили удалиться. Меня просили... Хранят тебя боги в битвах, друг. Меня просили удалиться? Понял? Говоришь, там был дракон? Расскажи, какой он был? Размером с дом? Трактир. Ну такое зрелище стоит посмотреть. Не то, чтобы я и правда хотел его увидеть. Пойми правильно. Надеюсь, дракон сюда не сунется. А зачем меня просили удалиться-то? Че? Сам хранил что? На тебе ключик. Ну тут не спи, понял? О, так 7 PM. Вечер? Вечер. 12 часов не спим. После 12 AM до 12. Тинь-тинь-тинь-тинь. Все, успался. Усваиваешь, чувствуешь, что отдохнули. Чувствую себя как дома. Спасибо. Так, у тебя... Надеюсь, увидимся в Винхельме. Сказал. Я рада помочь. Прилиться, я уже говорила, рада буду помочь, чем только смогу. Бери все, что нужно. В пределах мед, разумного. Говядинка. Говядинка. Все. Жрать. Тебе тут жрать нужно будет очень много. Это ветераны. Вы насытились, отлично. До встречи. До встречи. Здорово, коровка. Как дела? Воздух здесь приятный. Воздух здесь приятный. Что, может быть, завод вот эти, что? Ты выглядишь хуже, чем я себя чувствую. Это что, лука, что? Нужно что-то? Торговец, а? Эверротс? Кто-то должен что-то сделать. Я сказал нет. Никаких авантюр, никаких погонь за ворами. Ну а что ты собираешься делать, а? Расскажи. Разговор окончен. Ой, покупатель, прошу прощения. Не знаю, что тебе там говорили, но ривервудский торговец все еще открыт. Прошу, посмотри мои товары. Ты что, судился? Да, нас действительно обокрали. Хотя товаров на продажу у нас все равно полно. Воры забрали только одну вещь. Украшение из чистого золота. В форме драконьего когтя. Я могу помочь. Правда? Да. Последние поставки обещают принести хорошую прибыль. Она твоя, если ты вернешь мне мой коготь. Теперь, если ты хочешь настичь этих воров, иди на ветреный пик. Он к северо-востоку от города. Да. Теперь тебе не нужно никуда идти, не так ли? Неужели? А я-то думала, нашему помощнику пригодится проводник. Что? Нет, я... Ладно. Именем восьмерых, ладно. Но только до окраины города. Чем скорее ты найдешь коготь, тем побрякушки, всякая всячина и прочие безделицы. Да, понял я уж. Что, продать что? Продать нафиг мне нужно, пока у меня есть два этих. Продать. Это нельзя продавать. Так, новичка. А это комплект идет. Успехи 0-1. Можно продать. Так, стоимость 52. Ну, продай. Так. Кто-то зовет мой товар мусором,
Кто-то зовет мой дом мусором, но для меня это сокровище. Разное. Зелье. Маги продать, продать, продать. Отморожение. Обморожение. Мука, соль, книги. Книги, ладно, тебе продам. Шкура. Продать, медведь, продать, отмычки оставить. Вес. Они тоже мясо идут. Мясо имеют. Кто мне там мясо? Ладно. Нам нужно пересечь город и пройти по мосту, чтобы добраться до ветреного пика. Ее отсюда видно. Ра прямо над домами. Дара? Видел драконы. Что с мало? На этот раз драконы. Ну, мама, если ты будешь продолжать в том же духе, все решат, что ты сошла с ума. И некогда мне слушать про твои фантазии. У меня дел полно. Вот увидишь, это был дракон. Он убьет всех нас, и тогда ты мне поверишь. Смотрите, тетка копается в мусоре. Интересно, что потеряла. Папа говорит, что я слишком привет. Там был настоящий дракон? Но ты вроде ничего. Спасибо. Вы, кажется, болтали со Свеном, я прав? Я видела дракона. Впрочем, не важно. Честное слово. Но на твоем месте я бы держался от него подальше. Может, сказать оружие? Да, знаю, что он говорит. Хватит оружие. Не часто в наш Ривервуд прибывают гости. Так, посмотрим. Давайте на этом мы и будем заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Ну и всем пока-пока.